Right to Life presents. Один раз полицейские увидели на улице агрессивно настроенную собаку. Местные жители рассказали, что над псом издевался хозяин, и животное никогда не знало ласкового обращения, поэтому стало агрессивным абсолютно ко всем. Полицейские не знали, что делать с такой собакой. Они решили обратиться за помощью в приют. Пса смогли посадить в переноску и доставили в центр для бездомных животных. Там к агрессии пса добавился еще и страх. Он думал, что его ожидает что-то ужасное, поэтому не хотел выходить из переноски. Несчастное животное защищало себя как могло, рычало и скалило зубы. Сотрудник приюта одел специальную перчатку и пытался погладить бедолагу, но пес, которого всегда только били, не ждал ничего хорошего и только сопротивлялся. Собаку назвали Феликсом, он много часов огрызался и рычал, не давая к себе прикоснуться. Но все же сотрудникам это удалось сделать. Видно было, что песик все-таки почувствовал, что ему не хотят сделать больно. В одно мгновение он превратился в нежного и ласкового питомца. Вот какие чудеса делает сила любви и добра. Теперь Феликс бегает радостный по вольеру вместе с другими собаками, весело виляя хвостиком и давая себя погладить. Хочется верить, что в скором времени его ждет встреча с новым хозяином, у которого большое доброе сердце и ласковые руки. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.